Escalade Mod 4. Самый, видимо, востребованный. При включении зажигания включается секция DRL и габариты по всей машине. То есть верхняя секция, сзади габариты. Снимаем датчик. Да, его можно выключить, если выйти из режима авто. Ждем очередные 20 секунд. Ну вот переход из режима DRL в режим габариты, соответственно, ближний свет. Это простой автосвет. Тоже доступен для выключения. В общем-то, все. Любой из режимов доступен в двух вариациях. Либо при включении заведения мотора, либо при положении рычага в любого отличного от паркинга.